Привет, друзья! Хочу вам показать свой роскошный цветок. Посмотрите, какая глаксиния, глаксюшечка у меня распустилась, и еще у нее есть бутоны. Это селекционный сорт, махровая. Смотрите поближе. Какая красотища в крапинку! Отличается от обычной простой глаксинии. Но даже вот колокольчики, видите, какие у нее колокольчики? Необычные, не похожи на, ну, как бы скажем так, на обычную глоксинию простую, которая раньше у нас всегда дома была. А тут я начала покупать такие селекционные сорта, махровые. Я просто влюбилась в них. Буду показывать вам разные, которые у меня есть. На розу похоже. Посмотрите, это как раз таки, видите, глоксиния, листочки глоксинии, и сорт у меня маркиза. Вот она красавица. Здесь бутончики вовсю цветет, радует, просто шикарная, как роза. Такой необычные сорта стали у глоксинии, замечательные.